обожаю эту игру. Вау! Привет, это мы. Ой, мы очень голодные. Мой животик хочет кушать. Ты покормишь нас? Конечно, сейчас я что-нибудь найду. Я тебе помогу, идем на кухню. Ну ладно, я подожду здесь. О-оу. Нет, нет, нет! Мы принесли еду. Пау, ты где? О, нет, 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 только не умирай, Пау. На кого ты меня покинул? А? О, смотри. Фух, это карандаши. Значит, она. Точно она. Ты. Следствие вызывает на допрос мисс Делейт. Отвечай немедленно. Это ты убила Пау. Добрый день. Мисс Делайт, наш новый подозреваемый. Мы нашли карандашные улики. Они указывают на тебя. Нет, 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 это не то, что ты думаешь. Вот как все было на самом деле. Вкусняшки. Оу, спинка зачесалась. Не дотянуться. Ты мой. О, привет, мисс Делайт. Хочешь почесать мне спинку, раз уж ты здесь? Что, прости? Почеши мне спинку. О, да, вот так хорошо. Да-да-да. Что? Моя булава? О, нет, она поломана. Моя булава. Ну все, не плачь. Вытри слезы. Я все починю. Вот, лови свою булаву. О, большое спасибо. Кажется, это не мисс Делайт. Ну что ж, возвращайся обратно на полку. Что я упустила? Минуточку. А? Это шар воспоминаний. Подозрительно. И он указывает на радость. Точно! Где она? Приветик, я тут. Садись скорее, поболтаем. What? Радость, убийца? Неужели она так хорошо маскировалась? Признавайся, это ты убила Пау. Все было совсем не так, сейчас я объясню. Ла-ла-ла-ла, только чистые воспоминания. Ням-ням. Эй, ты что творишь? Бег с препятствиями. О-оу, лови. Эй! Отдай шар! Ням-ням. Нет-нет-нет, где же он? Режим сна, вот. Да, получилось. Ауч! Так я и заработала эту шишку на голове. Бедняжка. Что? Мистер Циркуль? И камера видеонаблюдения? Что он хочет скрыть? О-оу, меня тут не было. Я с ним разберусь. Да, хорошо, удачи. Ты на допрос. Что вы себе позволяете? Дай сюда эту камеру. Бетти, проверь видеозапись. Сейчас мы узнаем, что произошло на самом деле. Вывожу видео с камеры наблюдения на экран. Это Пау? Упс. Циркуль, ты чего? Прошу прощения, я перепугался. Испугался жвачки. Мистер Циркуль боится жвачного пузыря. Это не смешно. У меня тонкая нервная организация. Может, настало время позвать детектива Кэтнэп? Она быстро раскроет это дело. Опять? Сколько можно говорить? Это мое расследование. Пошел вон отсюда. Мне так стыдно. Ладно, Циркуль, ты не виновен. Неужели я что-то упустила? Собака? Откуда этот звук? А? Вот здесь. Что ты делаешь в ящике? А? Пойдем-ка. Признавайся, это ты убийца. Нет, только не Коржик. Он не виновен. Я все объясню. Сидеть, Коржик. Хорошая собачка. Вот бы мама разрешила тебя оставить. Бетти! Оу, мама, куда же тебя спрятать, чтобы мама не нашла? Вот, посиди здесь. Только тихо, мама не должна тебя увидеть. Я не хотела, чтобы так все получилось. Бедный Коржик, держи. И больше не прячь его в ящик. Мне нужны еще улики. Ага. Это трость.
Трость Кейна. Ты, Зубастик, на допрос. Нет, 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 я не виновен. Твоя ярость была на месте преступления. Ты главный подозреваемый. Это ты убил Поу, я знаю. В нашем деле новый подозреваемый, Кейн. Ну хорошо, я все объясню. Во-первых, я никого не убивал. Это просто был фокус. Вытяни любую карту, Поу. Окей. Вот это, туз. Прекрасно. А теперь следи за руками и за картами. Магия. Это твоя карта, не так ли? Вау, как ты это сделал? Это мой туз, браво. Спасибо, спасибо. Вот еще один фокус. Обожаю картошку фри. Вкусно. Это еще не все. Вуаля! Деньги! Это лучший фокус в мире, спасибо! Секундочку, это мое. Это были мои деньги. Нет, но все, я сам наколдую себе богатство. Что ты делаешь? Деньги мои. Упс, что-то пошло не так. Я тут ни при чем. Вот так моя трость оказалась у этого жулика. Допустим. А теперь покажи, что у тебя в карманах. Ничего, пусто. Поу все забрал. Проверь его карманы. Действительно, здесь деньги Кейна. А это что? Белая шерсть. Кому она принадлежит? Белому коту. Признавайся. Эй, ты! А, да, я тут. Только не кричи. Новый подозреваемый. Белый кот. Признавайся, это клочок твоей шерсти с места преступления. Это моя шерсть, но я никого не убивал. Вот как все было. Мы с Поу играли в PlayStation. Я почти выигрывал. Эй, бро, ты чего? Мы же играем. Я не хочу играть. Ты вечно выигрываешь. И что ты предлагаешь? Арива! Фиеста! Давай со мной танцуем! Окей. А теперь лимбо, пригнись ниже. Юху! Ауч! Моя шерсть на булочке! Как неловко. Кот? Подумаешь, с кем не бывает. Видите? Я сам здесь жертва, а не подозреваемый. Ладно, ты не виновен. Ну что, позвоним детективу Катнеп? Сейчас самое время. Ладно, ты прав. Следствие зашло в тупик. Алло, детектив Кэтнэп? Срочное дело. Я детектив Кэтнэп, а детектив Кэтнэп – это я. В чем дело? Вот в чем. Поу убит. Приступим к следствию. Ага, подозрительный бантик. Он принадлежит мисс Делайт. Что? Но я ведь ее уже допрашивала. Опять допрос. В чем дело? Ты, отвечай, зачем ты убила Поу? Я уже все рассказала. Сидеть! Но меня уже оправдали. Это твой бант, не так ли? Отвечай, убийца. Ладно, я все вам расскажу. Бррр, мне плохо. Ахаха, вот ты и попался. Привет. В чем дело? Ты заболел? Да у тебя жар. Нужно померить температуру. Ого, как ты вообще еще жив? Сейчас я тебя вылечу. Где-то тут была аптечка. Вот она. Мне нужна микстура от лихорадки. Отлично. Вот она. Сейчас я быстро поставлю тебя на ноги. Укройся и выпей скорее. Вау, я здоров. Я очень рада. Я полон энергии. Спасибо, мисс Делайт. Ты спасла меня. Это тебе в знак моей благодарности. О, благодарю. Люблю яблоки. Не могу дышать. Помоги. Спасибо. Ты спас мне жизнь. Вот так Поу спас меня. И мой бант соскочил у меня с головы. Звучит правдиво. Ты свободна. Спасибо. Пока. Тише. Мы найдем убийцу. Смотрите, я нашел ушки Хоппи. Это он. Да уж, из Хаги детектив лучше, чем из тебя. Теперь ты будешь моим помощником, Хаги. Отлично. Открой Хаги скорее. Это может быть новое дело. Тише. Что у тебя? Детектив Хаги, помогите. Расследуйте еще одно убийство. Идите сюда. У нас новая жертва. Это точно Хоппи. Жди здесь. Хорошо.
Ага, вот и жертва. Мы найдем этого преступника. Новое расследование уже началось. Оградить место преступления? Бедная, бедная Поу. Мне поможет кэтнеп Лупа. Интересненько. Ага, это же рыжая шерсть. Огромный клок. Сохраню в качестве улики. Но чья же она? Ну, конечно. Совпадение 100%. Дог Дэй, за мной. Признавайся, ты убийца. Отвечай. А зачем так орать? Я еще не начинала. Ау, за что? За то, что разбрасываешь шерсть на месте преступления. Улыбочку? Это правда не я. На доску подозреваемых его Джози. Будет сделано. Дог Дэй, новый подозреваемый. Признавайся, зачем ты? Кэтнеп, это срочно! Ну что еще? Пойдем. Выкладывай. Я внимательно осмотрел тело. И мне кажется, что это нам точно пригодится для расследования. Ты серьезно ради этого оторвал меня от допроса? Вон остальной набор. Упс, извини, забыли. На чем мы остановились? Ты убил Поу? Да нет же, это точно не я. Чем докажешь? Смотри, я танцевал для Поу. Браво, Дог Дэй! И раз, и два, бедрами туда-сюда. Спасибо, деньги, лучшая оплата. 10 из 10. Как же все невыносимо чешется. Какой кошмар. Поу, что такое? Очень чешется спина. Не можешь почухать? Хорошо. Кайф. Фу, ну ты и линяешь. Иу, ты ведь лохастый, гадость. Я знаю, что делать. Поза, поза, меняюсь. Все еще чешусь, не помогает. Ну ладно, тогда по старинке. Ну как? Как заново родился. Поу, кто это с тобой сделал? Ты была так добра ко мне. Ко всем нам, вытри слезы. Невиновен. Но кто же тогда? Следствие зашло в тупик. Так, а что это у Поу в волосах? Подозрительно. Да сколько этой нитки? Ничего себе! Ну откуда? Это ты, Кэтнеп? Нет-нет, это мы еще посмотрим. Теперь вопросы задаю я. На допрос! Это ошибка! Ты убийца! Я скажу, как все было. Поу взяла меня с полки. Какая милашка! Привет, я Кэтнеп. Я Поу. О, смотри, у меня для тебя кое-что есть. Как тебе? Обожаю играться с нитками. Ну вот и супер. Чур, я подаю. Ловлю. Так лучше. Поу, Поу. Что это? Что-то тут нечисто. Поу, где же ты? А ты кто? Так. Вот так все и было. Сомнительно. Минуточку, осмотрюсь. Не может быть. Та самая перчатка. Иди к Джози. Узнаешь? Да-да, это она. А я говорила. Так уж и быть. Ты снова следователь. Держи. А это к остальным уликам. А это еще что? Кейн? Кэтнеп, смотри, что нашла. Дай сюда. Кейн? Ты мне всегда казался подозрительным. Но где же твой жезл? Лежать не с места. Что это торчит? А вот и трость. А ну стоять. Эй! Куда это ты собрался? Не это ищешь? Но. Никаких но. Ты задержан, Кейн. Что? Почему? Ты убил Поу. Улыбочку во все 32. Посмотрим. Кейн, Кейн! Как все было? Та-дам! Я просто показывал фокусы для Поу. Вау, как круто! Браво! Благодарю, ты лучший зритель. Ну покажи еще один фокус, мне мало. Есть один. Цветы для прекрасной дамы. Вау, как неожиданно! И приятно. А так? Ну, очень приятно.
только здесь. Это не важно. Ну, Кейн! Пранк удался. Я покажу тебе пранк. Эй, это мое! Отдай! Ну уж нет. Оу, я треб... Да что же такое? Снова мимо. Кейн невиновен. Но кто же тогда убийца? А что если это... Кэтнэп, я нашел еще одну улику. Молодчина. Держи, Джози. Хм? Да это же от подушки. Учись, Хаги. Пойдем, Джози. Ну вот опять. А это что за бант? Минуточку. Карандаши, яблоки, горошек, красный бант. А что, если это? Ну, конечно! Как я сразу не понял. Вперед! Так. А куда пропала мисс Делайт? Скрылась с места преступления. Ну, ничего. Мы мигом отыщем вашу семейку. Убийцы Делайты! Разыскиваются опасные преступники. Что это такое? Хаги, я же не стена. Вот, смотри, Кэтнэп, я все расклеил. Дубина! Эти объявления нужно клеить на улице. Прости, босс. Живо расклей это везде. Принял. Везде, везде, везде и везде. Все, я справился. Так держать. Что стряслось? Все затряслось. Соберись, ты же полицейский. Так, что тут у нас? Не пойму, откуда этот шум. Дорогая, что случилось? Я слегка проголодалась. Не беда, закажем доставку. Что бы ты хотела? Я хочу. Да-да. А еще диетический салат и колу без сахара записал? Готово. И куда же без десертика? Не тяжело будет осилить, дорогая. Это переходит все границы. Как же тяжело! Это что, свадебный банкет? О, гляди, он сказал свадьба. Может, он в курсе? Точно, вперед! Моя спина! Стоять, полиция! Хаги, покажи. Да не это, объявление покажи. Видели эту парочку? О, точно, да-да-да-да-да. Да ну эти коробки! Взгляните, офицеры! Вот он заказал столько всего, что у меня поясница не выдерживает. Это ли не криминал? Я знаю, что делать. Только тссс, у меня созрел план. Моя колюченькая. О, а вот и курьер. Доставка вкусняшек без подвоха к вашим услугам. Ну что там? Быстрее, я умру от голода. И пицца. Кажется, все идет по плану. Ой, не убивайте меня, прошу. Я слишком молод. Эй, а как же чаевые? Ну ладно, какой скромный. Что за звук? У меня объеденье. Дорогая, не торопись. Еще кусочек. Все. Холестерин убивает. Упс, прости, дорогой. Я и тебе оставила. Что? Ну, спасибо, очень мило с твоей стороны. Кажется, пора сделать тест на беременность. Ну, возможно, ты и прав. Объеденье. Ну, что там, когда уже, дорогая, как успехи? Сюрприз, дорогой. О, да, у нас будет маленький Делайтик. Я готов плясать от счастья. Запечатлю момент. Что? Этот нахал еще и пляшет? Ну, ничего. Кэтнэп, я поймал Делайта. Он сопротивлялся, дрался, но я его схватил. Хаги, кто это вообще? Могу идти? Что, это не мистер Делайт? Пока ты валяешь дурака, он над ними насмехается. Босс, еще один шанс. Я его приведу. Дорогая моя, я принес тебе плед. Вот так. Это так мило. Ну не плачь, моя любовь. Вот мои любимые карандашики. Украсим животик. Сыграем? Ты в своем уме? Ну, я тебе покажу игру. Дорогая, не горячись. Лови. Стоять не с места. Что? Фух, пронесло. Ты меня чуть не убила. Упс.
как ты себя чувствуешь? Чувствую схватки. Дыши. Все будет хорошо, спокойнее. Может, в больницу? Идем, родная. Доктор Догдей, мы к вам. Кто тут у нас такой беременный? Дыши, дыши. Что тут у нас? Ауч, проказник, малыш. Кто там у нас, мальчик или девочка? Интересненько. Впервые такое вижу. Не пойму. Чудеса, да и только. А вы что думаете? И мы не знаем. Ребята, а как вы думаете, кто в животике у мисс Делайт? Напишите в комментариях. Эй, мы вообще-то все еще ждем. Ну, тогда приступим к гендер-пати. Итак, мальчик или девочка? Кто же? И у вас... карандашик? Это так здорово! Здорово, наверное. Ой, кажется, началось. Что началось? Началось! Бррр, ну и неженки пошли. Пройдемте, мамочка. Я так волнуюсь. Ой, а где все? Соберись, мистер Делайт. Папочка, поздравляю, у вас карандашик. Посмотри на него. Тише, малыш. Привет, малыш. Кто тут у нас? Может, эта игрушка тебя развеселит? Какой он у нас славный. Оу, не могу сдержать. И как ты умудрился, Хаги? Они были вооружены. Ничего, малышка, мы их обязательно проучим. Я в вас не сомневаюсь. И правильно делаешь. Хаги, будем действовать вместе. В этот раз им не уйти. Ну вот, малыш, ты дома. Это наша гостиная, а это моя Вита. Самое важное. А здесь хранятся наши воспоминания. Вот, смотри, семейный альбом. Как давно это было? А вот и Кэтнэп, когда мы еще не враждовали. О, нужно вставить новое фото. Дорогой, нужно покормить малыша. Не проблема. Вот. Оп, оп, ловкая. Может, поторопишься? Да я просто взбалтывал смесь. Держи, малыш. Неужели? Ух, справился. Я вообще-то тоже хочу есть. Это я предугадал. Милкшейк для мамочки. Спасибо, дорогой. Ты душка. На здоровье. Ой. Дорогая? Это не я. Ты уверена? Да, это же малыш. А, ну да. Срочная смена подгузника. Зачем делать это руками, если есть моя прелесть? Уф, какой ужас. Дорогой, утилизируй это. Будет сделано. Ну-ну, не плачь, малыш. Мама тебя убаюкает. Не помогает. Колыбельную? Ладно. Может, у нас вкус похож? Дорогая, выруби это. Вот малыш и уснул. Весь в маму. Чудесная новость. А ты молодец. Так, а ну не спать. Что случилось, дорогая? Нашему малышу нужна кроватка. Вот такая. Ну, я попробую. Не с места, это полиция. Что? Откуда? Думали спрятаться? А вы не думаете, поняли? Хаги, не позори нас. Короче, вы арестованы. Я тебя не пущу. Ты? Дай-ка сюда. Пока-пока. Дорогой, ну вы... Отдай карандаш, Делайт. Никогда! Это мой ребенок! Дай сюда! Попалась! Все кончено! Все кончено, говоришь? Упс! Или не все? Отдай ребенка сейчас же! Только успокойся! Не убивай меня! Ха! Фух, вроде оторвался. О, иди я! Достала когти и рычишь! А-а-а! Пробуй! Вот так? Не могли бы подержать секундочку? Ой, там гонится, ну это, неважно, пока. Отдайте моего ребенка! Кэтнэп, ты зачем его взял? Что? Да это ты его взяла! Нет, ты! Ты, полежи здесь! А у меня здесь нет! Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик. Спасите! Нет! Хаги, быстрее! Куда же вы? Бежим!
Вау, где я? В сторону! Моя голова! Она идет в убежище! Хотели от меня сбежать? Не выйдет. Я вас все равно найду. С какого домика начать? Вот этот будет первым. Пожалуйста, только не мой домик. Получай! Мне страшно! Она разрушит мой домик! На помощь! Вот тебе! Теперь не сбежишь! Голова трещит! А? Привет, Хоппи! О, нет! Вот ты и попалась! Что теперь со мной будет? Ты отправишься со мной? Это меня совсем не радует! Поздравляю, ты стала первым почетным экспонатом моей коллекции. Вот это я влипла. И как отсюда выбраться? У меня найдется местечко для каждого. Прости, мне пора. Дела. Эй, Кэтнэп, ты что здесь забыл? Это мой домик. Тихо, вдруг Делайт поблизости. Не видно. Кажется, соседний домик покрепче этого. Решено. Спрячусь здесь. Зачем пришел? Хаги, я с тобой посижу. Да что вы все здесь забыли? Постройка не самая прочная. Жаль. Сколько можно? Надоели. Я ухожу. Я здесь одна не останусь. Кэтнэп? Пусти. Ни за что. Здесь слишком мало места. Тогда ты уйдешь из моего домика. Но уж нет. Ауч! Прекратите! Упс! Это она! Мисс Делайт, Хаги, она идет. Прячемся. Ну и где же вы? Есть здесь кто-нибудь? Никого нет. А может, здесь? О, нет, о, нет, о, нет. Какой домик будет первым? Сейчас выберу. Только не мой. Вот этот. Что? Нет. Есть быстрый способ снести этот домик. О, да. Сделано. Посмотрим, кто спрятался под обломками. Так странно. Здесь никого нет. Вот теперь вы меня разозлили. Какой ужас! Нам всем конец! Мне нужен динамит. Отлично. Этот домик разлетится на тысячу кусочков. Ну уж нет, никакого огня. Бам! Что? Снова неудача. Ладно. У меня есть запасной план. Вы даже не представляете, что вас ждет. О, нет! Сейчас узнаем, кто из вас боится щекотки. Привет, привет! А кто здесь прячется? О, нет! Берегись! Хватит, прекрати! Я боюсь щекотки! И еще один. О, нет. Только не это. Хоппи, куда я попал? Не скучайте. Я скоро вернусь. Делайт ушла. Можно отправить просьбу о помощи. Фух, успела. Еще одно облачко. И еще одно. Как красиво. Никого. Это наш шанс. Бежим. Постой, я кое-что придумала. Что? Сейчас? Но нам нужно уходить. Я быстро.
Что ты творишь? У нас нет времени. Та-дам! Что? Вау, спасибо. Это немного задержит, мисс Делайт. А теперь бежим. Неужели? Ага, попалась. Что? Да это картонка. Как они посмели надо мной насмехаться? Получилось. Мы выбрались. Это все еще прятки. Следующий уровень. Значит, нужно спрятаться получше. Я нашла местечко. Вообще-то, тебя очень хорошо видно. Ауч! Я опущу коробку, и мы сможем спрятаться. Ничего не выходит. Сил не хватает. Я тебя подсажу, и вместе мы справимся. Подойди поближе. Нет, не выходит. А если использовать удар Марио? Почему-то в жизни он совсем не работает. Мисс Делайт близко, что делать? Попросим помощи. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы мы спаслись от злобной Делайт. Больше лайков! Она идет, пожалуйста! Не жалейте лайков! Смотри, это наше спасение! О, да! Ура! Нам есть где спрятаться! Это моя коробка! Нет, моя! Найди себе другую! Нет! Я эту коробку первым увидел! Отпусти! Не отпущу! Ах так? Тогда усни! Это было легко! И здесь я в безопасности. Посмотрим, где мисс Делайт. Уже близко. Но Дог Дэй еще спит. Нужно ей помочь. Что же делать? Не оставлять же тебя. Стой, не падай. Вот так намного лучше. А теперь в коробку. Сколько коробок? С какой начать? Пожалуй, с самой высокой. Нужно ее разгромить. О, нет. О, да. Еще раз. Хватит уже! Это так весело! И кто там прячется? Ну все, мне конец! Минутку, я слышу чей-то храп. Сообщение? Мои маленькие друзья в беде! Я вас спасу! Ну и кто здесь так сладко спит? Сейчас узнаю. Нет, что же делать? Просыпайся! Дог Дэй, сейчас не время спать! Я тебя разбужу! Ответь! О, моя любимая песня! О, нет, только не эта песня! Я не могу устоять! Кажется, сработало! Всем доброе утро! Упс! Привет! Только не это! Попалась! Сегодня не мой день! Еще один экспонат для моей коллекции! И что теперь будет? Это мой шанс! Нужно выбираться! Упс! Она меня увидела! Бежать вздумала! Значит, быть вам всем плюшевыми игрушками. Нет, нет, нет! Теперь не сбежите. Нужно спасаться, скорее! Это не подходит.
В этих коробках мне не спрятаться. Что же делать? Выход только один. Прости, мой любимый мышонок, но другого пути нет. Я должен это сделать. Где ты прячешься, котик? Ага, нашла. Ой, не нужно так дрожать. Нет! Здесь не хватает двери. Есть кто дома? Что? Мышь? Я ненавижу мышей. Эти мыши вечно все портят. Вот теперь я в ярости. Последняя коробка. Неужели это конец? Хоппи, Догдей, не бойтесь, я пришла вас спасти. А меня кто спасет? Чуть не забыла, у меня есть для вас подарок. Оу, вау, она меня поцеловала. Фу, где это мы? Софи здесь, замрите. Это вам, теперь у каждого из вас будет свой домик. А мне пора спать. Сладких вам снов. Фух, она ушла. И это мой дом? Что за запах? Фу, гадость. Не домик, а помойка. И здесь не лучше. В сторону. Вот этот домик мне по душе. Нужно только немного прибраться. Для начала избавлюсь от всей этой паутины. Сколько пыли. Фу, гадость. Ну ладно, сейчас я быстро соберу всю эту слизь. И сделаю из нее липучку слайм для сбора мусора. Работает. У меня получилось. Мусора набрался полный мешок. Хоппи, привет. Я полон сил и мигом избавлюсь от мусора. Идеально. Упс, проглядел. Это было легко. Могу и твой мешок с мусором вынести. Вау, вот спасибо. Я побежал. Хоппи? Теперь можно и отдохнуть. Эй, Хоппи! В чем дело? Сам посмотри, ты рассыпал весь мусор. И что с этим делать? Кто будет убирать? Как неловко вышло, но я все соберу, не волнуйтесь. Надеюсь. О нет, силы меня покинули, батарейка разрядилась. Что же делать? Ребята, пожалуйста, поставьте лайк и помогите мне зарядить батарейку. Оу. Да, больше лайков. Вау, у меня есть ветродуй. Спасибо, ребята, вы лучшие. Нужно его испытать. Фух, работает. Задело. Уже утро? Солнце светит слишком ярко. Идея. Я сделаю из фатина крышу, которая защитит меня от солнца. И добавлю фатин над дверью. Чего-то не хватает. Бантиков. Их очень легко сделать из ленточек. Прекрасно. А это что? Упс! Это гирлянда! Она просто создана для крыши моего домика. Но почему она не горит? Мне попалась бракованная гирлянда. В чем дело? Не работает. Я знаю, что делать. Шарик? Ай, ай, ай! Получилось! Вау, спасибо! Знаю, начну с покраски крыши. Оранжевый мой любимый цвет. Красиво получается. Привет. Привет. Еще немного и газон на крыше доведен до совершенства. А теперь очередь фонариков.
Упс, я немного застрял. Чего смеетесь? Просто ты очень смешной. Сделаю из этой гирлянды настоящий светильник. В Алане проделаю отверстие и зафиксирую лампочку. Готово. А теперь подвешу свой шедевр над входом. Отличная работа. Мне есть чем гордиться. Да прибудет со мной сила. Что может быть лучше, чем неоновые ленты во всю стену? Вау! Мне нравится. Впечатляет. А это что? Какой-то ненужный кабель. Упс. Сейчас я все исправлю. Та-дам! И не стоило волноваться. В моем домике света будет достаточно. Я все сделаю основательно. Надежно прикручу лампочки к карнизу. Сделано. А стену украсит светодиодная лента. Мои стены будут из фатина. Фух, устала. Вау, неон. Вот чего мне не хватало. Отлично. Пол здесь слишком жесткий. Так сидеть ужасно неудобно. Как быть? Высшие силы взываю к вам. О, спасибо. Мягкий, чудесный плед. То, что мне нужно. Плед? И мне такой не помешает. Фиолетовый мне не идет. Перекрашу плед в зеленый. Отдай этот плед мне, пожалуйста. Нет, он мой. Тогда засыпай. Сладких снов. Что-то не так. Ага, вот оно что. Очевидно, что этот плед был создан для моего домика. Я остался без пледа. Я забыл про кроличий магазин. Теперь у меня есть все, что нужно. Плед и подушка в форме кролика. Но почему она такая грязная? Мне никогда не очистить эту грязь. Бедняжка Хоппи, Катнеп должна помочь. Надо было поточить коготки. Тебе чего? А? Раз ты стащила у Хоппи плед, тебе и помогать ему с уборкой. Кэтнеп, ты пришла помочь? Вот, спасибо. Посмотрим, кто справится быстрее. Вызов принят. Сделано. Как думаешь, какая подушка лучше? Кэтнеп, ты где? Испарилась. Ладно, оставлю обе. Фух, добыть качельку было нелегко, но оно того стоило. Добавлю парочку мягких подушечек. Великолепно. О нет, мои коготки. Жалкое зрелище. Нужно их хорошенько подточить. Соседская крыша для этого прекрасно подойдет. Что здесь происходит? Какая наглость? Исчезни. Этих подушек хватит. На них так и хочется вздремнуть. Объеденье. Кэтнеп, не смей портить мою крышу. Ну где мне точить коготки? Вот, держи морковку. Оставь себе. У меня тут кое-что завалялось. Может, тебе пригодится. О, спасибо. Я знаю, что с этим делать. Обмотаю столбик канатом. Добавлю красивую верхушку. Идеальная когтеточка. Теперь никто не запретит мне точить когти в любое время дня и ночи. Отлично придумано. А почему бы мне не сшить новую подушечку? Вырезаю. Вау, я тоже хочу. Сперва нужно отрезать все лишнее. Эта косточка не для еды. Теперь мне нужны нитки. Что-то пошло не так. Аккуратно сшиваю детали и выворачиваю на лицевую сторону. Ну, как она это делает? Наполняю подушку синтепоном. Готово. А у меня ничего не вышло, как я ни старался. Не грызти. Съешь вкусняшку. Хани джели. Объеденье.
А ты поможешь мне сделать подушку-морковку? Морковку? Почему нет? Вырезаем. Сшиваем. Наполняем. И подушка готова. Вау, спасибо тебе. Мяу. Это мышка. Вот удача, попалась. Кого-то ждет вкусный обед. Мышей есть нельзя. Ну ладно, мне достаточно и игрушечной мышки. Подвешу ее на леску. Добавлю кристальную подвеску. Ребята, а вы знаете, с чем больше всего любят играть котята? Напишите в комментариях. Нужно найти идеальное место для идеального мобиля. Он будет висеть вот здесь. Лучшего развлечения и не придумать. А теперь пора подкрепиться. У меня есть идея. Рисую. Вырезаю. Декорирую. Добавляю глазки, носик и ушки. Осталось только зафиксировать зеркало. Сделано. Любимые ракетки займут почетное место на стене. Зафиксирую их с помощью стяжек и сделаю самую настоящую полочку. Убираю все лишнее и отправлю на полочку свои любимые очки. Идеально! Измерю длину и ширину. Сейчас все будет. Вот и мой лоточек. Главное не жалеть песка. Все готово. Где мой любимый журнальчик? Эй, не подглядывай! Вот идеальное место для почтового ящика. Осталось прибить. Кажется, это где-то здесь. Нашел. Вам письмо. Почту принесли. Что же это? Вешалки? Как интересно. Ну ладно, я уже знаю, что с ними делать. Они украсят эту стену. Камень, тебя ждет новая жизнь. Добро пожаловать в дивный зеленый мир. Из этих камней получится отличный забор для грядки. Осталось насыпать почву. Семена морковки – моя драгоценность. Растите здоровыми и крепкими. Но почему ничего не растет? Давай же! Ни одного листочка. Это бесполезно. Все было зря. Привет, ты зря отчаиваешься. У меня есть супер удобрение. Держи. Вау, спасибо. Используй все и сразу. Расти. Вау, морковное дерево. Я лучший огородник. И мой домик заслужил звание самого лучшего. О, да! А вот и нет. Мой домик самый лучший. Но уж нет. Самый лучший домик у меня. Лузеры. Это мы еще посмотрим. Получай. Ах так? С меня хватит. О-о-о. Что это с моим компьютером? О, нет, нет, нет. Молчать! Сиди тихо в этом чулане, моя маленькая пленница. Ненавижу пауков. Я сказал, тише! А это что? Прячемся! Скорее! Здесь слишком тесно вдвоем. Ну что, поиграем? Тук.
тук-тук. Есть кто дома? О, мамочки. Зря напрягал когти. Здесь пусто. Но есть еще две коробки. Здесь точно кто-то есть. Раз, два, три, это точно будешь ты. Надо ей помочь. Что любят все кошки? Огонечек, ловлю, ловлю, не убегай. Куда ж ты, огонечек? Вы ответите за это. О, нет. О, да. В дело идет самый острый коготь. Пожалуйста, ребята, поставьте 2000 лайков этому видео, чтобы спасти меня. Умоляю. О, спасибо большое. Она моя. Фух, напрасно стараешься, мистер Газ. Что? В чем дело? Приветики. Проклятие! Она опять сбежала! Тише, это я! Вы мне надоели! Осталась одна коробка, и я не промахнусь! Тише! Что же мне с вами делать? О, придумал! Давай посмотрим! Двигай, двигай, двигай! Я тоже хочу посмотреть, что он делает. Вы не спрячетесь от меня. Это тебе. О, мне? Я просто обожаю подарки. Спасибо. Что там? Что там? Мышь? Дай 5, близняшка. Этот раунд за нами. Кота нигде нет. Отлично.